Всем привет из Брайтона. Сегодня прохаживаюсь по городу. Этот не очень погожий, почти что зимний день, когда на море немного штормит, немного ветер. Да, инициативные граждане вон катаются на доске с парусом. Погода не так чтобы очень. Сегодня я снимаю ролик про местные церкви. Итак, церкви. Я специально не выбирал, куда идти, просто прогулялся и заснял на экшн-камеру первые попавшиеся по дороге мне церкви. Вот это, например, называется церковь Святого Леонардо. Википедия говорит, что это англиканская церковь. Я так понимаю, англиканские они все выглядят вот примерно в таком стиле. Все эти церкви, опять-таки, судя по Википедии, там средневекового такого плана, неоднократно перестраивались, но, в общем, идея в том, что были изначально построены на своем месте там когда-то очень и очень давно. И сейчас, как правило, церковь выполняет не только функции свои прямые, но там проводит разные прочие activities. В основном это йога, как ни странно. Ну, дополнительные activities. В основном это йога. Потом для детишек каких-то маленьких, вот до подросткового возраста, там 5, 8, 9 лет, тоже петь, плясать, танцевать, там какие-то игры, развлечения. С детьми занимаются. Часто я вижу объявления, висят, что типа приглашаем. Вот. Ну и службы, конечно, проводятся тоже. Все это как-то разделено, такая диверсификация. Вот, например, вот эта церковь. Здесь вот висит большое объявление про йогу. Это у нас уже, значит, Святого Филиппа. Святого Филиппа, причем вот в этой архитектуре мы видим не англиканскую церковь, а церковь Англии еще такая есть. Государственная христианская церковь. Потому что англиканство – это одно из направлений христианства, появившееся в ходе реформации. И они, конечно, связаны, англиканская церковь и церковь Англии. Но архитектурно, как я вот вычитал в Википедии, все это отличается некоторым образом. И вот это конкретно видно, что она такая поновее, посвежее немножко, видимо, не, относительно недавно ее перестраивали. Но изначально они, повторюсь, все такие очень древние, какие-то средневековые. И в Википедии упоминается там типа 12 век, 13 век. И третья, которая сегодня мне на пути попалась, это Святого Андрея. Это тоже англиканская. Теперь уже понятно, да, что англиканские, они такие более похожи на какие-то замки с квадратными такими башнями. Вот. И здесь, конечно, было самое интересное, потому что здесь вот мы видим, сейчас еще более детально покажу, тут рынок выходного дня. Казалось бы, где еще такое можно встретить, да? Прям практически посреди могил рынок выходного дня. Стоят палаточки, все так очень красиво, уютно. И внутри церкви сейчас будет тоже показано, тоже как-то чем-то приторговывают.
свечками, там еще литература всякая разная. Хорошо, хоть не едой, вся еда, все продукты, они на улице. Вот еще интересное замечание, мне понравилось, что просьба, значит, класть только к могилам только живые цветы, а не искусственные. Потому что у нас в России, по-моему, как раз массово покупают и у могил складывают эти искусственную пластмасску. Здесь такое не приветствуется. Ну, в целом все видно, да, очень красиво, уютно, так ухоженно. Ну, листву не собирают, но мне кажется, она не портит. Вот, мини-крисмас маркет, да, то есть рождественский рынок. Работает по каким-то там ограниченным дням. По выходным, типа, по-моему, с пятницы. Так, надо с тетенькой разойтись. И здесь вот, что меня впечатлило, это с одной стороны играет музычка такая легкая, церковная. Тут тебе елка, тут тебе какая-то, значит, это религиозное такое ощущение вот в том дальнем углу красивом. А с другой стороны, в другом углу, тут идут торги. Не сказать, чтобы особо оживленные, но тем не менее, вот этими довольно дорогими свечами красивыми торгуют. Вон еще, по-моему, какая-то все-таки еда, мне кажется, типа варенье или еще что-то у входа. Я не подходил, так это не спрашивал, потому что как-то было неловко. Непривычно, точнее говоря. Вот. И нашелся кто-то, кто вот там молилась тетенька. Вот, видно, здесь еще периодически поют эти хор, музыка какая-то играет. И, кстати, вот у этой конкретной церкви, St. Andrews, у них сайт. И я там прочитал, что они в онлайн-формате, видимо, из-за ковида, службы проводят. Ролики на Ютубе у них лежат, свой канал ютубный есть. Так что церковь здесь — это вот такой клуб по интересам на все вкусы. Да, вот справа какая-то это, и какие-то и еда всякая разная. Ну и на улице тоже довольно прикольно смотрятся эти разные овощи, яблоки, тут тыквы всякие, какая-то зеленуха, fresh local, да, все это, видимо, позиционируется как это, как оно называется-то, вот яблоки какие-то на вид побитые, но по 2,20, наверное, вкусные, все это вот прям у могил. Такой фреш-маркет. Но находиться там приятно, гулять приятно. Очень все душевно, мне все очень понравилось. Вот такие три церкви пока на сегодня.